В Сургуте накануне были заключены несколько соглашений между главами Югры, Ямала и Тюменской области, а также крупными компаниями. Одно из них направлено на продолжение развития проекта «Уралпромышленный Уралполярный». Одна из его задач – создание инфраструктуры для работы трубопровода «Заполярье-Пурпес-Матлор». Он соединит с системой транснефти богатые северные месторождения, которые в ближайшие десятилетия обеспечат стране постоянный прирост добычи сырья. Соглашение также предусматривает создание необходимой транспортной инфраструктуры. Это даст возможность сегодня использовать и порт Сабет, и дает доступ, значит, к тому, чтобы разрабатывалось новое месторождение на Ямале, потому что сегодня есть огромный интерес у всех компаний, которые работают в том числе и в Югре. Это и Сургутнефтегаз, это Лукойл, это Роснефть. И в этом направлении нужно двигаться, потому что без транспортной инфраструктуры освоение этой плодовой будет просто невозможно. В планах строительства социально важных объектов большой объем инвестиций будет направлен на развитие поселка Карачаево. В Тазовском районе планируется построить полигон для утилизации бытовых отходов и завод по разведению молоди рыб. А в районе поселка Уренгой будет построен мост через реку Пурт.